Привет всем! Мы находимся в городе Кракове, в Польше, на рыночной площади или на базарной площади, как ее называют. Площадь огромная, и тут можно на конях покататься, карету взять в прокат. Здесь, под этой площадью, находится кладбище, раньше находилось, 1800, примерно, еще даже раньше. Кладбище это убрали, и сейчас оно там, под землей. Есть музей, он находится вот здесь, вот возле... вот в этом здании. И также торговые ряды, здесь можно сувенир купить и всякие украшения. И там находится музей. Музей, можно спуститься под землю и посмотреть музей. На русском языке тоже, кстати, есть. Но кто любит историю и увлекается этим, можно, советую посмотреть это. Ну все. Это памятник Адаму Мицкевичу от народа. Сегодня выходной день, воскресенье. Некоторые музеи бесплатно можно пройти, посмотреть.